Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Драйвер51Рус. Сегодня, значит, покатаем новый мод Крас с раздвижным мостом. Версия игры у нас, как всегда, на 3.03.16. Поедем, как всегда, карта полигон. Давайте. Ага. А, ну да. Ой, не полигон, а побережье. Извиняюсь. Постоянно запутаешься. Полигоны, не полигоны. Так. Нам надо. Крас 260. Кто-нибудь видит? А, вот я вижу. Так, вот он у нас будет. Крас 260. Угу. Получается, мы по сетке не поедем. Ладно, поедем. Давайте покинуть одиночную. Одиночная, наверное, поедет он. Одиночная Крас 260. Угу, поедем. Значит, будем писать не по сетке. Просто там, видите, очков карты всего лишь два. А у нас на одном крате там ого-го. Так, ну все, давайте. Поехали. Проверим, как этот мост работает. К тому же я мост, ребята, переставил там с КамАЗа. Был еще КамАЗ с мостом. У него был мост побольше, пошире. Поэтому, скажем так, я мост переточил тут большой на этот Крас. Сейчас мы встанем тут как-нибудь. Так, а поедем мы туда налево, наверное, давайте, да. Ой, направо. Значит, данный кратик я доработаю, сделаю синхронизацию света. И будет он уже, конечно, с этим большим мостом. Так. Для этого нам надо платформу для моста. Это вот стандартный у него, видите, такой поуже, покороче. Я прилепил здоровый от КамАЗа. Вот он такой, значит. Запаска, не знаю, нам вообще есть. Давайте поставим, пусть будет. Так, ну и все. Будем его сейчас собирать. Так. Собирать четверка. Лапу выдвигать не будем, будем жестко тут его собирать. По-быстрому его скидаем. Сюда. Так, раз. Тройка. Сейчас мы его соберем. Поедем, попробуем через реку поставить. Как раз прикольный такой. Живая такая подобная машинка. Дрянь, сильно не полезем. На номере заметили, ребята, написано. Ох ты, блин. Парни постарались. 2016 лес получилось. Номер 2016 лес. Ну так, 2016 год называется лес. Изначально, как мне модель как раз 260-го нравилась, поэтому такой он, не замызганный, не заюзанный, адекватный автомобиль, поэтому будем его допиливать. У меня был 260-й Крас, мы катались на обзорах с Виторганом 177. Так, ну давайте, ой-ой-ой, не вижу куда ехать. Попробуем прямо отсюда его закинуть. Через грязь, через куда отсюда заехать. Давайте через грязь, наверное, все-таки. Что-то я. Надеюсь, что он разберется. Просто от другой же машины он размерами больше, что-то бывает. Крутничок там. Ничего сильно я его не смотрел, не ковырял.
так, наверное, на передаже идет маленечко. Давайте станет так. Все-таки опоры, наверное, думаю, надо выдвинуть. Опоры. 8. Взять значит, опоры. Хотя, я думаю, тут не достанут. Опоры есть у нас. Троечка. Разменяем его. Так. Четверочка. Ну-ка, пойдет она. Оп, не хочет. Парни, не хочет. Вот так, ну сейчас пойдет. Давай, пошел. Упс. Вот надо нам упор убирать все-таки. Надо нам сейчас немножко двигаться. Назад, наверное. Попробуем, давайте, коробочки, автомат. Оп, ага, это вперед, надо так у нас состоять. Стоп. Все, значит, так, теперь нам еще нужно, тут еще лапку, блин. Кстати, видите? Так, есть. Ну и отцепляем его. Упал. Как-то не очень ровно, но упал, конечно. Сейчас будем пробовать. Что у нас там выйдет. Сможем мы по нему ехать, не сможем. Сюда, наверное, много закинул просто его. Просто я попробовал вот этот мост на КамАЗе, но мне что-то КамАЗ этот не нравится, поэтому... А на КРАЗе слишком какой-то он, блин, маленький на КРАЗе. Ой, еще и поехал, не берем батон. Видите, надо его очень аккуратно ложить ровненько. И сейчас еще и свалить на КРАЗе. Так-то я переехал. Можно переложить. Сейчас попробуем переехать на ту сторону. Опять его прицепить и положить чуть подальше. Тут у нас место вроде поровнее. Получится у нас сейчас на него забраться, не получится. Упс, топе. Да, сейчас мы на него еще и не залезем, ребята, наверное. Хотя, кто знает, точно сюда надо. Оп, о, давай. Ой. Все, залезли, ребята. Может, сейчас он и лег нормально, кстати. Мы его зацепили, четверка поднимаем. Вот сейчас еще на губах стоит. Четверка мы подняли, сильно не будем, чтобы его, наверное, мучить. Сейчас мы вот так вот немножко раскинем. Чик, поехали. Плохо, что он цепляется с одной стороны. Подъехал, положил его. С другой стороны повернулся, отцепил. Никто не переехал по твоему мосту и все. Хотя, я думаю, наверное, в мультиплеере это все будет, конечно. Все равно по любасу придется каждому свой мост ложить. Поудачнее.
был тройка. Выдвигаем его. Такой не сильно, конечно, надежный мост, но все-таки, все-таки он есть. Все-таки по нему можно переехать. Давайте сделаем скрин. Еще раз съедем с него. Не заедем. Входит и выходит. Только увидим куда. Эта елка нам мешает. Да, елка. Либо тут палки. Ребята, я сказал, адекватный, нормальный мод. Главное, чтобы он улегся хорошенечко и все отлично будет. Ну, проскочили. Можно теперь карты делать такие, чтобы только через мост ездить. Хорошая идея, картоделы. Так что картоделы, берите красное вооружение. Ну или КамАЗ. Еще, ребята, адекватный мост. Сделаю доработочку с этим большим мостом, с Крадовским мостом. Тут было бы, конечно, уже по-другому. Все, мы его прицепили. Так, четверка, да, поднимается. Поднимаем его. Тройку складываем. Такой скрин сделаем. Даже побольше разумеется, да. Все, скрин есть, значит, собираем его обратно, четверочка. Троечка. Все адекватно работает. Все готово. До конца не складывается, это им бог не так, мне это не важно. Вон, что он работает, что его можно поставить и переехать. Так, вид из кабины. Сделаем вид из кабины, ребята, обязательно. Так, посмотрим сейчас, ну, что в салоне. Панель приборков, приборов есть. Так, анимация руля. Сейчас, сейчас. Ой-ой. Ой-ой-ой. Анимация руля. Нет, ну и бог. Это тоже не сильно важно.
все. Адекватный рабочий мостик у нас присутствует. Сейчас мы еще доедем до гаража. Там мы попробуем отцепить, прицепить. Ну, ребята, сейчас протестим мост, посмотрим, какие аддончики стоят на данном краю еще. Покажу. Так что раньше времени не отрубайтесь. Так, ну вот мы приехали опять. Так, четверка. Видите, четверка сразу не разбирается. Берем тройку. Тройка, поднимаем его. Сейчас она вот этими бампухами. Вот, короче, четверочка. Сейчас пойду четверка. Все, ребята, все, он ставится. Разбирается троечка, да. Выровняли его до конца. Отцепили, прицепили. Все в адеквате, короче. Так, ладно, отцепляем его, отцепить. Все, давайте посмотрим аддоны. Так, сейчас отцепим. Тут вот эти буераки все перепишу. Будут нормальные там надписи. Ага, техничка. Техничка, лапа двигается. Я думаю, по-любому двигается. Тройка. Двигается все сейчас. Даже, видите, трасса натягивается. Сейчас мы здесь лапу отцепим. Так, значит, техничка. Что она там дает? 400 литров. Ну, по бочкам посчитаем. Да, две бочки по 200. Стандартно 600 ремонта. Так. Уда свой. Это что у нас? Что это было? А, это передний выхлоп, ребята. Передний выхлоп и цистерна. Ну, естественно, цистерна ставится с выхлопом. Убираем, ничего нету. Так, это платформа. Так, ребята, канистры. Канистры у нас 50. Вообще они по 20 литров. Будет 50. Свои. Двачка гаража вводит, значит, сразу. Так, это что? Так, значит, кабины. Кабины. Так, паска. Это у нас мост. Так, а это прицепы цепляются. Платформа лесовоза. То есть адекватный, нормальный 2.0. Бортовой прицеп. Даже видите, подгонять. Ребят, все подогнали, все обалденно. Просто супер. Трасса обалденная вообще. По любасу его так напилю. Значит, колеса еще шоссейнички вот такие присутствуют. Пачкаются. Пачкаются. Все нормально. Все отлично. Так что вот, ребята, такой будет кразик. Сделаем синхронизацию. В принципе, наверное.
перепишу эти буераки, подгоню там вот этот мост, просто он сейчас еще вместе с КАМАЗом идет. В одной куче я их там перекидывал, перекину все это дело, и будет крас с мостом вот такой. Так что всем, ребята, спасибо за просмотр, всем удачки, пока, подписывайтесь на канал, группу, всего доброго.